распаковка газовой варочной панели Mountfield EGHE 4333CWG. Коробка, на ней имеется наклейка с характеристиками. Указана дата производства, что лежит внутри. У нас газовая варочная панель в варианте белая эмаль. Материал нержавеющая сталь. Решетка сделана из чугуна. Габариты 510 на 440. На коробке указан серийный номер, стандартное обозначение, еще одна такая же наклейка. Давайте смотреть, что внутри. Открываем коробку. Здесь, значит, лежит рекламная продукция, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Перейдем к самой варочной панели. Она была упакована в плотную целлофановую пленку. Далее чугунная решетка, она цельная в данной модели. Ну, такая увесистая, достаточно тяжелая. Конфорки закрыты пенопластовыми накладками. Конфорки здесь, конфорок 3. Также в комплекте у нас идет набор для установки. Он включает в себя уплотнительную ленту клейкую, винтики 4 штуки и установочный крепеж. Также в комплекте имеются дополнительные жифлеры. Это такие штучки для установки, для регулировки газа, если варочная панель подключается, например, не в условиях квартиры, а где-нибудь, например, на даче к газовому баллону. И штуцер для крепления к газовому шлангу с уплотнительной резиночкой. Дальше тут было все упаковано плотненько, пупырчатую вот эту пленку еще. Ну, собственно, сейчас достанем саму панель. Как уже говорилось, у нас вариант поверхности белая эмаль. Она имеет 3 конфорки, 2 стандартные и 1 так называемая двойная корона. Здесь будет 2 круга пламени. Ну, все эти металлические накладки, естественно, съемные. Кстати, надо сказать, что конфорки здесь итальянского производства. Управление механическое, имеется автоподжиг. Управление, я думаю, понятно, что нажимается ручку, поворачивается, зажигается огонь, пламя регулируется, подсказки есть, все обозначения, в общем-то, понятны, что к чему относится, где какая конфорка, тут кружочком отмечено. Поставим сюда чугунную решетку, чтобы понимать, как она выглядит полностью в сборе. И надо отметить то, что каждая конфорка расположена на возвышении, но в то же время, как вы можете заметить, здесь есть бортик, и сама основная поверхность утоплена. То есть, если что-то прольется, то оно не зальет вот эти ручки управления. Это тоже, несомненно, является плюсом. Здесь есть также газ-контроль. Это такая функция, в случае, если пламя по какой-либо причине погасло, данная варочная поверхность сама прекратит подачу газа к конфорке. Это тоже очень хорошо.
Ну, например, если что-то убежало из кастрюли и залило пламя, то газ не заполнит кухню и квартиру. Давайте посмотрим сейчас, что находится снизу. Наша панель выглядит вот так. Здесь есть еще одна наклейка со всеми характеристиками. Нужно отметить, что страна производства данной варочной панели – Турция. И внизу здесь вот имеется выход для подключения газа. Вот так она выглядит сверху. Еще хотелось бы отметить, что производитель очень грамотно расположил здесь конфорки. Самая маленькая конфорка находится ближе всего к ручкам. И это сделано для того, чтобы во время работы от пламени не нагревались очень сильно эти ручки, не поплавился пластик. Газовую поверхность будем испытывать после установки. Продолжаем обзор варочной панели Mountfield и испытываем ее в работе. Для того, чтобы было лучше видно, свет пока частично погасим. Двойное пламя, самая большая конфорка. Это средняя по размеру и маленькая. Вот все три в работе. Пламя регулируется больше-меньше. Время использования уже около полутора или двух месяцев. Полет отличный, все нравится, шикарная варочная. Рекомендуем всем к покупке.